В преддверии нового учебного года в Ульяновске проходит традиционный областной образовательный форум. Мероприятие уже давно зарекомендовало себя эффективной площадкой по разработке новых идей и проектов. Из года в год на нем устраивает презентации лучших образовательных практик, проводит областное родительское собрание и единую методическую неделю. В этом году форум посвящен внедрению новых технологий и подходов в образовательную систему, а также реализации проекта «Умный регион. Умное образование». Задача на сегодняшний день стоит одна, самая основная, которую перед нами поставил президент, губернатор Ульяновской области. Это подготовка специалистов, подготовка выпускников для того, чтобы они интегрировались в народное хозяйство, в экономику, в социальную сферу нашего региона, Российской Федерации в целом, чтобы их профессионализм отвечал тем вызовам времени, которые на сегодняшний день есть. Главным событием форума стало пленарное заседание. Его участники, учителя и руководители образовательных учреждений, ученые и эксперты обсудили вопросы непрерывного образования, начиная от детского сада и заканчивая университетом. Кроме этого, обозначили задачи на предстоящий учебный год и наградили лучших педагогов Ульяновской области. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.